Мы обладаем очень сильной энергией, бешеной. Энергия Бога, Зевса, Тора, я не знаю, мощная, мощная сила. Направляя внимание на что-то, мы этому объекту, этой мысли, мы дарим эту энергию. Ну, например, я сейчас включаю телевизор, и там говорят о войне. Мое внимание все в этом, я отдаю этому энергию. Этому событию я отдаю всего себя. Мне этого мало. Я выключаю телевизор. Мне хочется еще более как-то обогатить свой ментальный багаж. Я начинаю ковыряться в телеграмме, в новостях. И я дальше, дальше, дальше уделяю всему этому внимание. То событие, на которое я так яростно с наркоманским взглядом смотрю, оно наполняется энергией. Чем больше людей вовлечено в это, тем больше событие увеличивается, 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 неважно в какую сторону. Но оно будет. Оно будет продолжаться, и оно будет иметь большую силу. Ты же, в свою очередь, истощаешься. Истощаешься, потому что, о, ты нарик. Ты нарик, которому нужно все больше и больше. У тебя много-много-много информации накапливается. Ты ложишься спать, тебе уже снится, как ты там бежишь. В окопы прыгаешь. Ты материализуешь эту историю, это событие еще больше. Оно еще больше затрагивает твою жизнь. Сам же ты истощаешься.